понедельник в Самарской области будет пасмурно, осадки в виде продолжительного снега, ночью возможен дождь. Днем минус 1, минус 4, ночью еще теплее, 0, плюс 2 градуса. В Сызрани пасмурно, продолжительный снег, днем минус 1 градус, ночью дождь и плюс 2. Ветер южного направления 6 метров в секунду. В Тольятти пасмурно, в течение дня осадки в виде снега, днем минус 4 градуса, ночью плюс 1. Ветер южный 8 метров в секунду. В Самаре пасмурно, небольшой, но продолжительный снег, днем минус 1 градус, ночью нулевая температура и сильный снег. Ветер юго-восточный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 83%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.